Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил, вы находитесь на канале Штучий на блог, и сейчас я хочу проверить камеру на iPhone 5, который пришел ко мне из Китая. Ну что ж, давайте проверим в дневное время суток, потом я закрою шторку и проверим, как он фотоет ночью. Вообще считается, что камера у iPhone вообще шикарная. Ну, действительно, оно так и есть, это я уже в этом убедился. То есть яркость, сочность передачи изображения здесь довольно-таки отличная. Здесь у нас задняя камера имеет 8 мегапикселей. Ну что ж, давайте сфоткаем. Так. Теперь можно вам показать и проверить. Да, приближения здесь, конечно же, прям аж максимального большого нету. Вот это вот максимум, какое может быть приближение. Смотрите сами, то есть камера довольно-таки отличная. Так, сейчас еще сфотаем. Здесь есть текст. То есть фокусировка автоматическая. Если кому что нужно, можете еще раз нажать. Оно повторно сфокусирует. Проверим, как текст. Но в целом неплохо получилось. Так, давайте теперь еще шторку закрою и проверим, как он вообще, ну, ночью сфоткает. Так, вспышка здесь автоматическая. Полная ночь нам нужна. Фокусировочка. Так, первая фотка, просто текст. Вторая фотка, посмотрим, как он цвета передаст. Ну что ж, давайте теперь проверим. Но на самом деле качество изображения здесь получше на айфоне, чем камера передает. Немножечко получше. Конечно же, не такое качество получилось, как при дневном свете, но все равно неплохо. Кстати, текст сфотался в ночное время очень даже отлично. Просто супер. Если учитывать то, что фото было сделано ночью. Единственный недостаток, который мне не нравится в айфоне, то что когда фотоешь, дальность изображения ну, одна. Когда я переключаю на видео, то дальность изображения другая. Вот посмотрите. Вот раз. На видео переключил. Ай. Оп. Сделалось ближе. То есть дальше, ближе. Вот так как-то ну туповато немножко сделалось. А давайте сфоткаем, что здесь на упаковке на оригинальной написано. Как оно сейчас фоткает, посмотрим. Ну, в принципе, да, вот нижний. То, что внизу написано email, серийный номер, вообще не видно. То, что повыше, уже видно получше. Ну, в общем, друзья, вот такой вот получился у нас небольшой тест камеры. Задняя, передняя камера. Очень даже тоже неплохо все снимает. Ну, то есть, ну, в целом, передняя камера прикольная. Получилось тоже хорошо. Вот такой вот, друзья, у нас получился небольшой видосик тестирования камер. Все, ребята, спасибо за внимание. Надеюсь, это видео вам понравилось. Камера, как вы видите, хорошая, оригинальная. Все, как было написано на сайте
AliExpress у продавца. Все, друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и всем до скорого!